Привет, путник. Ты в убежище Сурвагера. Тут безопасно. Усаживайся поудобнее и смотри, как живется выжившим в мире Survivalist Invisible Strain. История Петра Чумака продолжается. Як завжди дякую спонсорам на Ютубі та патронам на Патреон за підтримку. А решті глядачів дякую за лайки та коментарі під відео. Віримо в ЗСУ, віримо в Україну та продовжуємо кошмарити забанутих, яких і у цьому світі також вистачає. Поїхали. Итак, друзья, первым делом мне, наверное, нужно перенести весь лут с тех машин, в которых мы обитали в самом начале. А также нужно будет построить хоть какую-то халупу и обеспечить нас всех жильем. Я думаю, что вначале мы перенесем лутецкий. Нет, вначале я, наверное, построю еще пару ящиков, чтобы девчонкам было куда носить дрова те же. Так, давай-ка выбираем стройку на паузу и строим ящики. Так, ящик один вот сюда вот для дерева, и сюда пойдет ящик дополнительный для еды. Вот, дальше, что еще можно построить? Я думаю, что можно сразу же попробовать... А, хижины пока построить не могу. Потому что что? Потому что я пока еще не умею. Ну, давай тогда строить ящики. Этот готов. Кстати, пока Петро Чумак строит ящики, давай я девчонкам скажу, чтобы они не бегали сильно, потому что вспотеют, а вдруг еще их зомби увидят, и они будут уставшие, то они не смогут отбиться. Потому это опасно. Так, все, ящики готовы. Кстати, у меня... Я плохо перебинтованный, дело не. А можешь меня подлечить, пожалуйста? Вот, спасибо. Так, теперь давайте, наверное... Смотреть, что у нас здесь. Вначале заберем всю одежду и скрапнем. Штаны вот эти вот можно забрать абсолютно все. Которые супер теплые. Ну, за исключением... Нет, абсолютно все. И брюки тоже... Все можно забрать и скрапнуть. Так, давай-ка порвать на тряпки. Заодно освободим место, получим тряпки. И сможем немножко прокачать стройку. И пока мы скрапаем все это, нужно следить за картой. Тут у нас вот есть зеленые зараженные. Так, здесь у нас все еще олени обитают. Девчонки, вот эти вот зеленые точечки, это девчонки ходят, таскают древесину. Тут у нас еще 25 дерева осталось, здесь у нас 35. Тут еще 44 дерева. И здесь дерева нету. Но есть миска, ведро, что в будущем когда-нибудь пригодится. Но стройка постепенно, постепенно качается. Так, готово. Окей, пока что это, значит, пойдет сюда. Вот. Тряпочки или... Да, пусть пока будут здесь. Давай-ка еще переработаем часть одежды. Так, во-первых, брюки... Оставим себе троечку на переодевание. И так, куртки вторые. Так, вторые куртки тоже вторые. Все, вторые закончились и третья. Ну, то есть защита их от холода троечка. А, так, двоечка, двоечка, двоечка. Так, теперь нужно, чтобы каждой одежды было по три штуки, чтобы было во что переодеваться. Потому, значит, у нас брюки есть на единичку. Рубашки на единичку есть, и их даже больше, чем надо. На двоечку у нас тоже всего хватает. Вот на троечку нету. На троечку нужно оставить несколько курток, три штуки. И на двоечку забираем тогда... Подожди, вот это красиво выглядит. Давай вот эти вот, которые слишком яркие, их и позабираем. Вот так вот. На двойку и... Единичка, единичка. Вот это вот заберем. Все, три остается, хорошо, остальное можно скрапать, это пойдет на продажу. Давай, поехали. Все, переработаем. Тряпок будет просто уйма. Так, и смотрим по карте, ну, пока что безопасно. Ну, скоро будет вторая стройка, или крафт, я даже не знаю, как правильно назвать, тут все это два в одном. Так, готово. Хорошо, скидываем все это вот сюда, вот все тряпки, 68 тряпок.
стройнабор тоже сюда и пойдем заберем Лутецкий. Подожди, а где? Вот там. Там, кстати, кто-то костер разжег. Я не просил. Сейчас мы его потушим. Так, забираем все отсюда. Выбираем строительный набор и сносим ящик. Он мне уже не нужен. Так, вот это вот. Потушить. Кстати, роль повара. Давай, забирай все. Так, что мне лишнее? Вот эти вот ботинки лишние. Пока что мне такие не нужны. Они на каждом зомби втором встречаются, потому можно их легко скрапнуть. Так. Опять же ботинки взял, да? Уничтожаем. Так, ладно. Места не хватает. Что я подумал? Давай-ка, Петро, наверное, иди пешком вот сюда вот. А я тебя вот... Вот ты ж у нас повар, да? Да, у тебя повар тройка. Давай-ка ты сейчас быстренько возьмешь, что тебе нужно. И бежим на базу, назначу тебе задание. Будешь готовить. Ты у нас умеешь готовить, и ты у нас умеешь также заниматься огородом, что очень круто. Прям полезный такой персонаж. Майя наша. Так, все, закинула дерево. Молодец, девочка. Теперь иди сюда и роль повар. Вот так вот. Так, ты у нас таскаешь дерево. А Иван Чумак, то есть Петро Чумак, будет заниматься по-прежнему скрапом вещей. Так, порвать на тряпки. 5 штук. Так, стройка вторая уже. Это круто. Значит так, сюда мы скидываем, опять же, тряпки и строительные наборы. Сейчас мне они, наверное, не пригодятся. И погнали за оставшимся лутом. Так, куда я бегу? Да, все правильно. Не всегда вижу дорогу. Кстати, очередной раз простите за голос, я все еще болею. Не знаю, голос не может прийти в норму. Так, все, здесь у нас вообще пусто. Можно снести еще костер. Все. Теперь как будто меня там и не было. И теперь можно начинать строить, наверное. Сейчас мы наделаем бинтов по максимуму. Так, что я там взял? Штаны порвать на тряпки. Давай. Все, готово. Так, теперь забираем тряпки. Так, кирку нужно скинуть. Топоры мне не пригодятся. И ботинки я, наверное, уничтожу, потому что они весят много, и необходимости в них нет. У нас все девчонки уже прекрасно одеты. Так, дальше. Давай 4 бутылки водки берем и делаем бинты. Делаем бинты. Так, стерилизовать. Делаем 20 штук. Поехали. И смотрим, как прокачивается стройка. Ну, по чуть-чуть, но я думаю, до тройки доведем. Наверное, придется сделать 2 партии бинтов. Бинты так или иначе пригодятся. На водки не жалко. Так, готово. Так, скидываем бинты. Кстати, весят очень много. 21 фунт. Скидываем абсолютно все. Забираем еще 4 бутылки водки. И делаем еще бинты. Что такое? Тихо, тихо, тихо! Опасно. Опасно. Это я вовремя переключился. Охренеть. Охренеть. Фу. Как же вы... Девчонки, вы чё? С ума сошли? Так, Иван Чумак собирает стрелы. Молодец. Молодец. Куда-то побежал. Не, подожди. Давай обыщем этих ребяток. Забираем монетки, стрелы. И тут кто-то еще в реке был.
Так, вот так вот. И нужно тебя отсюда вытащить и унести куда-то вот сюда. Вот, все. Все, 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 пойдем дальше делать бинты. Жесть. Нападение, ё-моё. Так, а вы живые все? Да, вроде бы заражения нету. Хорошо. Так, делаем бинты. Как же я вовремя среагировал. Иначе быть в беде. Так, смотрим на прокачку. Так, все, стройка третья. Круто. Добиваем последние бинты. И знаете, что я еще сделаю? Наверное, сделаю коктейли Молотова. Ну, это тоже пригодится. Иногда бандиты прячутся в машинах, и выкурить их оттуда можно только с помощью коктейля Молотова. В машинах или даже в зданиях. Кидаешь коктейль Молотова, и это их оттуда, так сказать, выманивает. Давай-ка всю остальную водку потратим на коктейли Молотова. И в целом будет хорошо. Так, бинты. У меня еще 20 штук. Давай-ка вообще как бы. Давай, наверное, тебе... А, у тебя 3 бинта. Тебе хватит. Так. Мне 2 бинтов хватит. И делаем коктейли Молотова. А, что не хватает? Нужны спички, тряпки есть, бутылки есть. Нужны спички. Сейчас спички будут. Так, спички, спички, спички. Спички не игрушка. Ну... Коктейли Молотова. Да, давай делаем 5 штук. Поехали. И как это отразится на крафте? Стройка. Ну, по чуть-чуть. Хотя коктейли Молотов, по идее, мог бы давать чуть больше. А дает примерно как бинты. Ну и ладно. Так, все. Коктейли Молотова готовы. Мы становимся все более и более опасным противником для всяких бандитов. Так, это тоже сюда. И коктейли Молотова сюда. Так, что дальше? Теперь нужно... Во-первых, я пойду отнесу вот эти вот бутылки. Скину где-то в мусорку. Или... Сколько они весят? Одна бутылка весит 3 фунта. Нет. Понадобится, потом за ними схожу. Пока что места у меня в лагере не очень много, потому... Полежат они, наверное, где-то здесь вот. Вот тут вот. Заберем тряпку и скинем сюда все бутылки. Кстати, может быть, пока я здесь, забрать сразу и где-то я видел... Заберу вино, поилку и вот это вот. И вот это заберу. Вот. Все. Так, а, да. Чуть не потерялся. Так, давай сюда скидывай все тяжелое. А тяжелое у нас это вот это, ведро, вот это и тряпочки. И вроде бы, ну, вот это вот еще. Вроде бы ничего лишнего. Так, нет ограничений. Нет, бухать вы не будете. Бухать вы не будете. Насчет водки, водки у нас нету. Это что у нас? Семена моркови. Да, пока что высаживать даже нечего. Но это ничего страшного. С этим мы разберемся. Так, теперь нужно обеспечить наших девчонок жильем. У меня строительного набора с собой нету. Давай-ка бери строительный набор, Петро. И будем строить домик. Так, пропустил. Вот так вот. Так, на паузу, чтобы время не шло. И давай-ка построим, наверное, хижину или сразу же большой дом построить. Давай построим большой домик. Пусть будет. Вход будет где-то здесь. И заодно берем палатку. Да, пусть будет здесь. Следующее, что мы должны построить обязательно, это туалет. Поставим его где-то, чтобы он не мозолил глаза, за домом. Вот так вот. И... Так, заборы я уже запланирую потом. Пока что строим дом. Потом туда перенесем, наверное, все вещи. Ну, короче, весь лут и палатку уберем. Палатка будет уже на будущее когда-нибудь. Туалет занимает... Подожди. Это туалет занимает 15? Нет, туалет занимает всего 3 доски. Ладно, пойдет.
Так, сообщение. Вы копаете колодец, чтобы иметь надежный источник воды. Вам понадобится кто-то с уровнем стройки 3. Возьмите лопату и выберите «Копать» в меню действий. Я тебя понял. Но как-нибудь потом. Вначале нужно жильем себя обеспечить. Так, а пока мы строим, давайте глянем. Ну, по безопасности вроде все нормально. Никто нам не угрожает, и в нашу сторону вроде бы никто не двигается. Пока что. Потому можно расслабиться и ускорить стройку. Нет, не спать. Давай строй. Петро Чумак немножко ленивый. Он любит закончить стройку и пойти спать резко. Хотя спать ему не очень хочется. Потому за ним нужно следить. Так, 9 из 15. Куда пошел? Так, давай ты потом поешь. Пошел он искать еду. Так, 10. Еще 4 доски. О, сейчас тебе подруга приготовит, покушаешь. А пока что строй, потерпишь. Нет, он сел. Строй давай. Говорю, строй. Осталась одна доска, и он такой, нет, я, короче, отдохну. Так, все, домик готов. Круто. Теперь отсюда все забираем. А палатку сносим. И все это скидываем вот сюда вот. Так, осмотреть. Так, бронежилеты, рюкзаки. Не, подожди. Это пойдет на продажу. Во-первых, тут будет одежда. Та, которая пригодится для того, чтобы переодеваться по сезону. А вот то, что на продажу, я, наверное, буду хранить отдельно в ящике. Потому давайте построим еще отдельно ящик. Вот здесь вот. Ну вот тут будет что-то на продажу. Нет, подожди. Как-то... да ладно, пусть будет вот так вот все-таки. Буквально одна доска и ящик готов. Так, строительство готово. Теперь просто скидываем сюда рюкзаки, которые пойдут на продажу. Вот эти вот куртки. Палатка сколько стоит? Нет, палатку я продавать не буду. Ни в коем случае. Так, палатка пойдет вот сюда вот. Будет храниться здесь. Вдруг мы еще кого-то наймем, и места не хватит. Так что палатка, палатка нужна. Дальше. Так, у нас, по-моему, у всех девчонок хватает вот этого антивируса. Этот антивирус пока что пойдет, наверное, вот сюда вот. Две штуки. Так, один у меня... А, вот этот еще можно скинуть. И еще что я хотел бы сделать, это переложить всю еду туда же. Давай-ка забирай вот это. Вода тоже относится к еде. Так, мясо. А, не помещается, да? Понял тебя. Так, давай-ка 3, 4. Одну морковку. Одна понадобится для охоты. Все вино, всю воду. Ну, почти все. Мясо. Окей. Так, дальше. Еще мясо. 36-35 пакетов чипсов. Офигеть. Так, семена тоже пойдут туда же. А, миска. Ладно, миска пусть будет здесь. Что еще из еды? У нас тут... Ну, бинты тоже относятся вроде бы как к еде, потому пусть будут здесь. Это типа... У меня всегда так. Еда и лечение все в одном месте. Так, вот это сюда. Вот это. А дальше. Бинты. Давай все. Сейчас все равно отсюда наберем еще. Так, бинты забираем. И вроде бы здесь ничего съедобного уже не осталось. Кстати, вот это вот относится к продаже, потому... Подожди, а 3 топора мне надо? 3 топора мне, я думаю, что не надо. Хватит нам и одного топора. Потому 2 топора пойдут на продажу. Как, впрочем, и вот это, и даже вот это. Да? Да, это мне не пригодится. Это мне не пригодится, это нужно дать нашей девочке.
которая занимается готовкой, чтобы она не тратила спички. Так, на продажу. Топоры на продажу. Дальше, что я еще там хотел? Вот это на продажу. И монетки все пойдут сюда. С бандитами, то есть с рейдерами, которые будут приходить и требовать с нас дань. Платить я смогу им очень долго. По 15 за 3 человек. Вполне себе приемлемая сумма. Так, ну и давай зададим правила. Для ящика. Здесь у нас будет еда. Вот это, вот это. Ну, короче, все, что относится к еде. А к еде у нас еще относится что? Подожди, а вот. Вино, вода, морковь. Ну и пока это все, что у меня есть. Ну, может быть... Да нет, все. Можно еще вот это вот сюда. И пластиковые бутылки я там хранить не буду. Да, вроде бы все. Окей, хорошо. Так, на продажу, не на продажу, все это уже готово. Так, давай с Майей пообщаемся. Майя, иди сюда. Давай обменяемся вещами, и я тебе дам... У тебя ножа нету. На тебе один нож, и на тебе один кремний. И ты сможешь разводить костер в любом удобном тебе месте. Вот. Дальше, что там с Петром Чумаком? Он скоро захочет спать, он уже хочет есть. Давай ты поешь. Вот, и теперь планируем, значит, мы забор. Потому что без забора никуда. Стройка, на паузу. И смотрите, что я хочу сделать. Я хочу построить базу где-то вот здесь вот. Так, развернем карту. Забор должен начинаться где-то так, чтобы из-за забора не могли достать коктейли Молотова до критической инфраструктуры нашего лагеря. Потому давай-ка, наверное, будем начинать строиться где-то вот здесь вот. Вот так вот. Ну, короче, сейчас я размечу забор. Так, здесь я поставлю, наверное, ворота. Поставлю проволочные, чтобы можно было из-за них вести огонь. Вот так вот. И с той стороны также сделаю еще один выход. Продолжаем. Так, забор. Поехали. Так, ограничение по запланированным блокам, по запланированной постройке составляет 100 блоков. И я уже их исчерпал, потому Петро сейчас просто начинает строить, и, возможно, ему кто-то будет помогать. Хотя девчонки, наверное, пусть все-таки таскают дерево. А мы будем строить. Так, ну что, хватит общаться. Ладно, как дела? Так, жалобы, жалобы, как самочувствие? Некто постоянно донимает, но это она про рейдеров. Пайки ей нравятся, и ей нравится, что я с ней поговорил. У меня не все хорошо. Да когда у тебя будет все хорошо? Все, давай, строить. Петро Чумак. Погнали. Так, давай-ка... Пока еды нету, там Майя... Подожди, а почему Майя не готовит? Скажите мне, пожалуйста. У нее повар на первом месте, поставщик на втором, но почему-то она предпочитает носить дерево. Очень странно. Ладно, Петро Чумак... Подожди. Давай-ка допланируем наш забор, пока мы здесь. Чтобы потом на это уже не отвлекаться. Так, так, так. И замыкаем. Все. Поешь потом, чувак. Так, пришла Майя, уже начинает готовить. Хорошо. Так, Петра Чумака покормила Дилани. Куда ты пошел? Ты пошел спать? Нет, выходи.
Выходи и давай возобновить стройку. Так, и давай-ка отменим тебе поставку дерева. Будешь только строить. Кстати, как ты себя чувствуешь? Не так уж сильно ты и хочешь спать. Хотя, вы знаете, наверное, стоит все-таки выспаться. Не буду ему мешать. Пусть Петро Чумак выспится и на утро уже продолжит стройку. Так, а у нас пока тем временем девчонки таскают дерево. И нам ничего не угрожает. Надеюсь, так продолжится и до утра. Так, почему-то у нас Дила не перестала заниматься своим делом. А ну-ка, она уже все перетаскала? Да не проблема. Так, подожди, тут еще дерево 17. Отсюда таскает Майя. Здесь у нас было дерево, тут этим домом занималась Дилани, она все перетаскала. Значит, таскай вот отсюда. Таскай, значит, вот отсюда. Так, роль поставки. Древесина. Все. Нефиг сидеть. Успеешь еще. Так, и смотрим по карте обязательно, чтобы ничего не угрожало. Так, а к нам двигаются... Это к нам двигаются или нет два бандита? Причем один со звездочкой. Это может быть очень опасно. Или их здесь примут. Будем надеяться, что где-то их примут здесь. Давай-ка. Ускорим время и посмотрим. Так, одного бандита приняли. А остальные двигаются к нам, вот эти вот. Короче говоря, их нужно встречать. Их надо встречать, и встречать мы их будем... Встречать их будет Петро Чумак с помощью лука. Так. Да. Пойдем в лесочек. Попробуем их встретить здесь. Вот тут они как раз к нам идут. Хорошо. Кто у нас тут? В смысле? Меня заметили? Не-не-не. Так дело не пойдет. Подожди. Это кто? С пистолетом, что ли? Нефиг. Так, одного бандита нужно еще прикончить. Так, давай-ка у тебя все заберем. И погнали еще. Сходим за одним бандитом. Где он там? Подожди. Ты здесь, что ли? А где ты? Да ты посмотри на него, что творит. Я тебе договорюсь. Обойдешься. О, у него дробаш. Ты только посмотри, так, осмотреть. Так, штаны неинтересно. Мне, кстати, его нужно подальше отнести от нашей базы, потому что его будут кушать зомби. А кушать возле моей базы нефиг. И знаете что? Я, наверное, его немножко разделаю. Хочу поэкспериментировать. Тут ходит белый штамм. И очень интересно будет узнать, если кинуть свежее человеческое мясо рядом с таким зомби, будет ли это как-то влиять. Так, уничтожить. Давай-ка. Одного мяска хватит человеческого. Не, ну он сам виноват. Они напали. А мы защищались. Переговоров с террористами мы не ведем. Обойдутся. Работника у меня хватает. Так, а что у тебя? Так, кепка пойдет и... Не нужны мне твои штаны. И ты также пойдешь вот туда вот. К своему другу, брату или кто там у тебя. Пусть вас кушают зомби. Вот. Оружие, наверное, сложим вот сюда вот. Так, сюда дробаш. Вот это на продажу. Лук один тоже пойдет, наверное, на продажу. Патроны тоже сюда. И у меня лишние 3 бутылки. У меня не хватает бутылок? У меня бутылок полно.
Слушайте, я, наверное, не буду эти бутылки собирать. Я даже не знаю, что с ними делать. Да, и таких мы еще насобираем. Так, уничтожить, уничтожить. И уничтожить. Так, а мясо мы же не можем есть, надеюсь. Автоеда нельзя готовить, нельзя делиться, нельзя кормить животных. Хорошо. Значит, можно пока что выложить вот сюда вот. Также сюда пойдет вот это и лук лишний у нас есть. Лук пойдет, наверное, на продажу. Один лишний лук. И вот это вот пойдет на продажу. Лопата. Одна лопата у меня, по-моему, есть, да? Да, одна лопата у меня есть. Этого достаточно. Вторая лопата пойдет на продажу. И вроде бы все. И... Так, секунду. Одежда. Это может пригодиться, когда мы будем защищаться. И кепка тоже может пригодиться. Куртка. Куртка. Вторая. Вторая куртка. Один и один. Так, у нас двоечек хватает. Всего хватает, потому это порвать... Просто на тряпке. Вот, и скинем вот сюда вот. Как обычно. Так, 4 тряпки. Все, Иван Чумак, ты хотел вроде бы спать, да? Да, давай лучше ты поспишь. Стройку продолжу чуть попозже. Тут у нас тем более все спят. И это хорошо. Вместе выспимся, меньше придется за вами следить. Тут, кстати, бандит остался здесь. Он напал на эту базу, отступил в лес. И потом отступил еще дальше. Олени тут еще не появились, потому охотиться здесь не имеет смысла. Вот сюда вот имеет смысл, наверное, сходить поохотиться. Но это уже потом. Пока что спим. Кот побежал. Так, подожди, ладно. Петро Чумак решил, что он хочет дальше строить. Не выспался, решил, что хочет строить. Странный парень. Сейчас немножко построит, опять пойдет спать, да? 100%. Ну ладно, будем наблюдать за тобой. Насколько его хватит. Так, девчонки пошли дальше таскать дерево. Ничего нам не угрожает, это хорошо. Скорее бы построить забор. Ну, опять спать пошел. Да что с тобой не так? Ладно, будем строить по чуть-чуть, я так понял. Окей, хорошо. Так, и пока мы строили, прилетело предупреждение о рейдерах где-то. Тут у нас есть... приближается к нам группа зараженных с зеленым штаммом, а также есть рейдеры. Расправимся и с теми, и с теми. Пошли разберемся. Давай-ка попробуем в стелсе их одолеть. Пойдем против ветра. Так, а где они? Вот они. Ну что, они меня не видят? Потом мы поехали. Один есть. Сейчас эти успокоятся. И разберемся с ними. Так, ну вроде бы успокоились. Так, ладно. Совсем стелса не получилось. Разберемся тогда так. Ну, в целом пойдет.
Так, где самый первый? Самый первый здесь, что у тебя? Ну, обычно у них ничего полезного нету. Пальтишко можно, конечно, взять на продажу, но у меня денег хватает, потому я даже не знаю. А, нет, пока нет. Пойду разберусь еще с рейдерами. Где они были? А, они свалили. Правильно. Это правильно. Надо бояться. Так, давай еще наполни, раз уж ты здесь. Попил и наполняй. Все. И продолжаем стройку. У нас уже база почти-почти закончена. Тут осталось буквально чуть-чуть. Небольшой забор. Возобновляем. И надеюсь, за сегодня мы закончим все-таки строить этот забор. Да, тут вот такая вот получается база. Используем рельеф. И потом нужно будет здесь расставить еще вышки, но это чуть позже. Вначале нужно будет сделать колодец. Куда пошел? Какой спать? Строим. А куда побежал? Дерево закончилось? Серьезно? Да, дерево закончилось. Как-то девчонки плохо работают. А ему то в туалет, то спать, то посидеть возле костра. Так, стоять. Одну секцию забора не доделал и пошел спать. Все, теперь можешь идти спать. Заслужил. Все, все спят. Забор вроде бы готов, да? Полностью периметр у нас готов. И теперь осталось только запланировать постройку... Постройку колодца. Давай потом поспишь. Вначале запланируем колодец. Для этого, как там... Была подсказка. Берем лопату. Выбираем лопаты, выбираем копать. И где я хочу поставить колодец? Я даже не знаю. Давай. Давай вот здесь вот и поставим. Тут поблизости, чтобы был. Вот как-то. Да, как-то вот так вот и поставим. Так, и что нужно для колодца? Для колодца нужно 20 камня. Камень у меня тут есть. Потому так, делаем следующим образом. Это мы скидываем, берем кирку, лопату тоже скидываем. Так, монетки, чтобы не шарились по карманам, пусть будут здесь. И нужно еще кое-что построить. Так, у меня стройматериалов, стройнабора нету, да? Давай-ка возьмем. Просто в инвентарь помещается максимум один камень. Камень очень тяжелый, по-моему, весит 40. Потому лучше поставить ящик где-то рядом. Так, сундук. Сундук. Вот здесь вот можно поставить ящик. И сюда будем добывать камень. Временный ящик такой. Недостаточно места. Почему? Для чего тебе недостаточно места? Куда побежал? Подожди, ты куда побежал? Дрова есть? Пусто. 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 Ай, дров у него нету. А девчонки все спят, да? Те, кто должен был таскать дрова, они все спят. Ну ладно. Придется самостоятельно идти за дровами. Так, давай, строим ящик. Так, теперь скидываем строительный набор. Он мне уже сейчас не пригодится. И можно добывать. Так, стройка, колодец. Пока что пауза. Возобновляем добычу камня. Нужно 20 камня. А в один ящик помещается всего 10. Ну, значит, забьем несколько ящиков. Так, опять же зеленый зараженный. Да чтоб тебя!
Как-то они зачастили. Так, Петро, пойдешь, наверное, разберешься с зараженными еще. Чтобы девчонки безопасно... Тихо. Мясо мне пригодится. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Олень, остановись. Да. Да-да-да. Так, забирай стрелу. Свяжем оленя. И пойдем разбираться с зараженными. Так, а... Ясно, короче. Ладно. Они идут в мою сторону. И запах тоже, ветер дует тоже в мою сторону. Давай. По ножкам. И теперь разбираемся. Так, хорошо. Что у вас, ребятки, есть? Ладно, давай на продажу. Это тоже на продажу. И у тебя... Слушай, они были так тепло одеты в целом. Ну и штаны тоже давай продавать, может быть. Так, это слишком дешево. А это тоже дешево. Все. Больше мне не пригодится. Так, и что там по радио? Ну, вроде бы пока говорят, что в округе тихо, даже рейдеров нету. Так, на продажу, на продажу, на продажу. А, что еще на продажу? Вот это вот туда пойдет и мяско сюда. Лишнее у меня что-то есть? Лишнего вроде бы ничего и нету. Все, иди, добывай камень. Еще два. Потерпи. Потерпи, говорю, еще один. Вот. Вот теперь можешь идти куда хочешь его. Подожди. Ты давай не просто куда хочешь иди, а вот сюда вот камень скидывай. Сюда не помещается. А сюда? Сюда помещается. Все. Теперь можешь идти спать. Так, у тебя есть чем заняться? У тебя только повар. Подожди, а дерево все закончилось, что ли? Так, тут дерева нету, здесь дерева нету, здесь тоже дерева нету. И здесь дерева нету. Так, но дерево есть вот тут вот. Но отсюда таскать уже очень далеко, потому делаем следующим образом. Значит, ты будешь тогда готовить. У тебя задач нету. Ты берешь топор. Скидываешь биту, она тебе сейчас не пригодится. И пошли, я тебе покажу, где есть лес. Будешь рубить лес. У меня вот как раз поблизости есть лес. Вот этот вот лесочек мы вырубим с тобой. И дерева у нас будет предостаточно. Давай, лесоруб. Все. Так, а ты что, камень еще добываешь? Зачем? Шахтер, отмена, все. Шахтер, отмена. Так, а у нас тут
Задано правило на дерево. Нет. Дерево. Тут задано. Хорошо. Все, теперь иди спать. А ты, значит, будешь, знаешь, что еще делать, Майя? Давай-ка бери, наверное... Хотя, непонятно, какая погода. Пока что, наверное, высаживать ничего не будем, потому что может пойти снег и убить посевы. Подождем, когда будет основательно хорошая погода. Хотя дождь идет. Давай, наверное, высаживай. Рискнем. Высадим все, что есть. Так уж и быть, рискнем. Так, и возьми еще, наверное... Тут лейка есть, да? Да. Это тебе пригодится. Будешь у нас еще и садовником. Значит так. Взять в руки. И зона засеивания. Ставим на паузу, чтобы не тратилось время. Просто так, капуста. Ну, давай я вообще делаю... 4 на 4, может быть, сделать. Так. Давай 3 на 3, потом, если что, будем продолжать вниз. Так, семена моркови. 3 на 3. Семена огурца. Вот если бы еще подсказка была, а не цвет, было бы прям вообще круто. Так, дальше семена свеклы. Тоже вот так вот. Все, это все семена, которые у меня есть. Это все, что мы можем посадить. Да и их самих не очень много. Так, у нашей Майи фермерство пока что, ну, так себе. Но может прокачаться она просто до топового уровня, до 5 звезд. Повар и так троечка, дальше она уже не вкачается. А вот фермерство может, потому будешь ты заниматься фермерством. Так, Дилани у нас таскает древесину. Пусть таскает дальше. Даже можно поставить бег. А Петро Чумак спит. Спит богатырским сном. И потом пойдет делать колодец. Проснется и пойдет делать колодец. Так, и пока мы спим, опять же, сообщение о рейдерах. На выход. Твой выход, так сказать. Где там рейдеры? Прям по курсу. Надо бы зайти им как-то в спину. Оу, не спотыкайся. Возле речки они. И кто же это? Осторожно. А, то ты обычный. Так, не-не-не, так не пойдет. Девчонки, помогите. Насилуют. А так вот. Стоять. Зараза. И еще не все. Не хватило тебе, да? Все, этот сдох. Так, давай-ка быстро подлечимся. Вот, хорошо. Так, что у тебя было? И где второй, самое главное? У него были какие-то семена и одежда обычная. Меня интересует, где вторая зараза. Или... А, вот... Где-то там. Так, подожди, давай-ка на паузу. Мне нужно отыскать вторую заразу. Нападение я не прощу. Это же у него лук был, да? Или подожди. Так. Пока что она меня не видит. Зайдем сзади. Да, у нее были серьезные повреждения. Все, вот так вот. Стоит, ждет. Так, строительный набор и... И все, она всю одежду порвала, чтобы замотать раны, но это ей не помогло. И так будет с каждым.
Но я чуть не откинулся. Зачастили рейдеры. Так, стрела. Подберем. Не дают поспать. Ходить. Сколько ж можно? Так, я в итоге ничего не... А, подожди, притащил. Сковородкой мне по голове дали знатно. Так, кирка остается со мной, стрелы, окей, это на продажу. И... Так, моя, подожди-ка. Давай обменяемся. Вот у меня тут семена перца чили. Я думаю, что они тебе пригодятся. Так, сразу же взять в руки. И зона засеивания. Перец чили. Нет, подожди. Вот так вот. Так, перец чили. Тоже 3 на 3. Пойдет. Одна семечка. Так, а Петро Чумак, он у нас... Наверное, пойдет спать пока что. Да, я думаю, что пойдет спать. Он заслужил. А потом возобновит создание колодца. Вот, ну вроде бы сегодня уже никто напасть не должен. Эта группа зараженных, по идее, упрется вот в это поселение. И там с ними благополучно разберутся, я надеюсь. А с другой стороны, к нам вроде бы никто не направляется. А потом можно спокойно дождаться утра. А на этом на сегодня все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на канал, если было интересно смотреть. Увидимся в следующей серии, ребятки. Там мы уже построим колодец. Построим, возможно, еще что-нибудь. Как пойдет, потому что тут и рейдеры ходят, и бандиты ходят. И вообще нужно защищать базу и достраивать базу. Нужно построить еще верстак, делать стрелы. Короче говоря, дел не в проворот. Так что заняться будет чем. Еще раз спасибо за внимание. Всем удачки и всем пока.